Доброй приметой нашего времени стало строительство православных храмов в нашем городе. Хорошей новостью для всех неравнодушных к православию стало известие о начале возведения храма, введения во храм Пресвятой Богородицы. Площадка для строительства нового храма выделена в Северном парке. Место очень хорошее. И вот с помощью благотворителей тут возводится малый храм. Несмотря на то, что он еще не построен, здесь уже есть свой настоятель Владимир Болюх, есть свой хор и идут воскресные службы. У нас увеличивается община, духовная наша община. Приходят уже прихожане, подают записки, молятся вместе с нами. Каждое воскресенье мы служим молебен обязательно. Храм еще не открыт, но служба уже идет, а служба малая, молебен мы служим. Так что приходите в 11 часов. Как уже было сказано, неоценима помощь людей, которые, жертвуя средства на храм, совершают богоугодное дело. Вера – это наше будущее, наше спасение. Вот что я могу сказать. Люди помогают искренне, ходят сюда люди верующие, с чистым сердцем. Вот. Ну и вера, она очищает людей. Был залит фундамент, выросли стены, скоро будет доставлен купол. Но осенняя непогода все чаще заставляет с тревогой смотреть на небо с тучами. Очень нужна крыша для малого храма. Лето закончилось, приближается зима, и мы очень просим, чтобы помогли накрыть крышу, потому что уже начинаются дожди, и не хочется, чтобы все эти труды пошли на смарку, потому что все может потечь. Мы искренне просим откликнуться и прийти на помощь, чтобы построить храм «Богоугодное дело». Думается, что найдутся у нас люди, готовые помочь этому доброму делу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».